В ефірі телеканалу «Відкритого», прес-центр, з вами Анна Гребенчук. Арт-терапія, психологічні ігри та танці. У Дніпрі започаткували благодійний проєкт для дітей-переселенців та їхніх батьків. Про це сьогодні говоримо з Ольгою Головко, керівницею громадської організації «Харизма» та авторкою проєкту «Підтримуємо та дбаємо». Також сьогодні в наших гостях волонтерка та педагогиня Віолетта Придорогіна. Вітаю вас! Ну що ж, пані Ольга, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про вашу ініціативу, про ваш проєкт, для кого, з чого він складається? Наш проєкт організован на час війни. Проєкт називається «Підтримуємо та дбаємо», і він реалізовується благодаря активній підтримці ІСАР-єднання і фінансовій підтримці Європейського Союзу. Наш проект основан на том, чтобы поддержать и позаботиться о детях во время войны, потому что, в принципе, в довоенное время наша организация, громадская организация «Харизма», мы занимаемся спортивным, танцевальным воспитанием детей и взрослых всех возрастов. И сейчас, на время войны, мы, конечно же, задумались о том, чтобы поддержать детей и их психологическое состояние. И мы занимаемся психологической и физической поддержкой детей и их родителей. Скажите, пожалуйста, как много власне, у вас сейчас деток и батьков? Количество детей и родителей постоянно изменяется, потому что люди приезжают, уезжают, но в среднем, вот по вчерашним подсчетам, то есть мы ведем постоянно статистику, за время работы проекта, мы работаем уже почти 2 месяца, 952 ребенка и 520 взрослых получили нашу поддержку, и мы с ними активно работаем и продолжаем принимать еще и еще заявки. И, собственно, процесс идет, поэтому можно к нам обращаться, и мы с радостью будем приезжать и дальше в другие места. Це насправді величезна кількість, плюс до того, що ну, з дітками нелегко працювати. Скажіть, будь ласка, детальніше, як це саме відбувається? Тобто це зустрічі, це уроки з дітьми, саме танцювання? Да, ми проводимо такі виїзди в шелтери, в міста розміщення людей-переселенців. Руководители связываются с нами, делают заявку, мы приезжаем, какие-то шелтеры находим мы самостоятельно, делаем им такие предложения. И во главе с нашими педагогами, психологами мы приезжаем в места размещения людей и проводим там комплексные занятия. Занятия состоят из 2 частей. Первая часть – это психологическая поддержка, когда наши психологи занимаются арт-терапией, лепкой из воздушного пластилина, в игровой форме это все проходит очень красиво, в виде беседы, они рассказывают о своих каких-то переживаниях, впечатлениях, делятся своими какими-то даже сокровенными уже моментами, потому что когда мы ездим регулярно, они идут на контакт, дети приходят, радуются, ждут нашего приезда. Делают там различные поделки, статуэтки, рисуют картины, делают картины даже в поддержку наших солдат, то есть нашим вооруженным силам мы отправляем картины, они это очень просят, потому что у нас есть связь с волонтерами. Вот. И вторая часть уже, конечно, физиологическая поддержка, то есть это танцевальная часть, на которой они занимаются подвижными играми на свежем воздухе, различные эстафеты, танцы. Вот как раз Виолетта у нас преподаватель танцевальной части, она именно эту часть и проводит с детками. Давай, пані Оля, ще буде кілька питань, перш ніж ми перейдемо до Віолети. Скажіть, будь ласка, як залучаєте до цього дійства власне батьків? І чому важливо, аби батьки також взаємодіяли з твоїми дітьми в рамках вашої арт-терапії? С точки зрения психологии, как рекомендуют в работе наши психологи, все-таки наиболее эффективный комплексный подход, когда и на занятиях мы контактируем с детьми и занимаемся такой игровой реабилитацией, психологической, с профессиональной точки зрения. И с другой стороны, когда мы поддерживаем родителей, а поддерживаем мы их в виде групповых кругов поддержки психологических, а также индивидуальные консультации с родителями,
предварительной записи любой желающий, папа, мама, неважно, бабушки, дедушки, все могут получить поддержку. То есть они оставляют просто заявку руководителю шелтера, мы приезжаем, и с ними работают наши психологи. И, конечно, когда более комфортное душевное состояние у родителей, и они более спокойные, то они поддерживают ребенка с одной стороны, мы поддерживаем с другой стороны, и дети находятся в таком более безопасном состоянии и возвращаются в свое действительно детское, позитивное такое отношение к жизни. Тобто складається ваша команда з психологів, педагогів, власне, хореографії. Да. Так, як багато у вас є таких волонтерів, які можуть знайти час, власне, та бажання так допомагати? На сьогоднішній день активно працює у нас команда із 3 психологів, 2 преподавателей танцевальной программы, ну и плюс такой административный состав и волонтеры, которые помогают там в элементарных закупках, там подарков для детей, какой-то продукции, которая необходима для занятий, то есть вот в таком режиме уже свободно. А вы сказали, подарунки для детей, вы так же стараетесь приехать не с пустыми руками? Конечно, расскажите, да, мы обязательно приезжаем к деткам не с пустыми руками, то есть главный такой приветственный подарок, который мы привозим первый раз, когда приезжаем к детям, это творческий подарок, то есть это такой, мы его назвали экспресс-бокс, в который входит альбом для рисования, разукрашки, фломастеры, карандаши, антистресс-игрушки в виде антистресс-мечей или попытов, также салфеточки влажные, сухие, то есть все, что может пригодиться ребенку для творчества, чтобы когда мы уехали, он также мог сесть, порисовать, вспомнить занятия, немножко отвлечься. Ну а в остальные приезды, конечно, уже по запросу детей мы действуем. То есть если мы спрашиваем, и детки хотят, например, там, привезите нам в следующий раз сладости, там, то это, конечно, сладости. Если хотят еще игрушки, игрушки, конструкторы, большой очень запрос, краски. То есть вот все, что просят, стараемся, конечно, все это приобретать. Поэтому мы, конечно, благодарны за любую помощь, которую нам просто даже обычные волонтеры и просто наши люди, знакомые оказывают в виде поддержки вот таких вот покупки таких подарков. Это, конечно, очень круто, потому что запрос растет и... Власне, як складно кожного разу знаходити нове фінансування, нових партнерів, нову підтримку? Делаем все возможное, потому что дети – это наше будущее, и важно, чтобы они были в хорошем психологическом состоянии, потому что счастливые дети – более спокойные и счастливые рядом родители. Чи можна хореографам та різним власне фахівцям, спеціалістам долучатися до вашої ініціативи, до вашого проєкту на волонтерських засадах? Да, чи у вас є такий ще набір? Вам потрібні ще люди, які будуть з дітками працювати? Можно обращаться ко мне непосредственно как к руководителю проекта, и мы рассмотрим с радостью любую помощь, любые кандидатуры. Все, кто будет рад поучаствовать с нами, поддержать детей, будем только рады. Пані Вілета, добрий день. Здравствуйте. Ще раз розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність в рамках цього проєкту. Наскільки вона вас надихає? Вообще, помощь очень вдохновляет, особенно в условиях современности нашей. Я занимаюсь частью физической активности с детками, мы с ними играем, проводим какие-нибудь там игры на свежем воздухе, эстафеты, веселимся с ними и в конце танцуем, тем самым поднимаем настроение. Як танець впливає на дитину, те, що ви бачите результат, ну, крім основного такого підняття настрою? Дети становятся, вот с каждым разом, с каждым приездом, дети становятся более открытые к коммуникациям, они радуются, они обнимают, они бегут к нам, они уже там не хотят нас отпускать обратно, ждут нас с новым танцем каждый раз, просят, ну, там, предлагают иногда свои варианты, свои песни, а давайте под эту песню потанцуем, а давайте под эту. Вот, то есть вот они становятся более веселые, открытые и, как мне кажется, возвращаются вот к той реальности довоенной, к детству, к своему. Наскільки вам складно, власне, кожного разу, ну, їх, так би мовити, покидати, адже, ну, всі ми прив'язуємося до людей, особливо до дітей? Прив'язуємося, да, і ми прив'язуємося, і вони очень к нам прив'язуються.
Конечно, грустно уезжать, но мы всегда договариваемся о том, что мы приедем к вам еще раз, договариваемся, когда мы с ними встретимся, и тем самым это дает надежду и им, и нам, и такое настроение поднимает. Як багато буває діток, яким потрібна більша увага, там, які, ну, там, наприклад, з таких приїхали гарячих точок, які, ну, прямо кажучи, травмовані. І вони можуть бути через це замкнутими, там, навіть після так, психологічної підтримки частини, навіть вони, там, так би мовити, не розкачуються танцювати. Чи були такі у вас випадки? Як з цим справлялися? Звісно, да, були такі случаї. Стараємося знаходити підхід індивідуально вже, либо договориться, либо предложить что-то новое. Иногда нужно просто не трогать ребенка, иногда ему надо просто посмотреть на это все со стороны. Чаще всего детки смотрят, как там, команда детей танцует, и потом уже к концу занятия они тоже присоединяются. Иногда это там происходит на второй-третий раз, но так или иначе, в основном они все подтягиваются. Пані Вілета, чому ви брали, власне, волонтерство? Как я уже сказала, помощь, она всегда вдохновляет, особенно когда ты понимаешь, что есть те, кто в этом нуждается, и особенно если это дети. Яку мету ви перш за все перед собою поставили, яку ціль? Адже ми всі розуміємо, що це все так швидко не закінчиться, як би нам хотілося, і травмованих людей, особливо дітей, ще, ну, ще будуть вони. Ну, ми всі розуміємо, що ніхто не заслужив таку ситуацію, яка у нас зараз відбувається, особливо діти. И хочется как, вот, ну, сделать все возможное, чтобы хоть как-то их отгородить от этого, чтобы у детей было детство, чтобы они продолжали жить своей счастливой, радостной жизнью в формате игры, в формате веселья, и чтобы у них не возникало такого стресса, который пришлось, к сожалению, пережить некоторым из них. Пані Ольга, від вас також хочеться почути декілька слів з приводу мотивації та мети і, можливо, ще планів на майбутнє щодо цього проєкту або якихось інших. Но в нашем проекте я честно и искренне рада, что реализовывается наша настоящая глобальная цель. Это вот это состояние, которое перетекает из состояния травмы в реальное состояние спокойствия и радости детей. То есть глобальная цель, которую я вообще преследовала при задумке этой идеи, это чтобы дети вернулись в свое детское искреннее состояние и поддержать их родителей, чтобы они действительно становились спокойными и возвращались в вот это состояние заботливой, любящей семьи. И, конечно же, мы этот проект с радостью продолжаем, и я надеюсь, что все больше и больше детей и родителей обретет вот это спокойное, счастливое состояние, а это состояние уже будет влиять на наш душевный, эмоциональный климат вокруг нас, и это все-таки будет приводить нашу страну глобально к победе. Україна переможе обов'язково. Ще хотіла вас запитати, пані Ольга, скажіть, будь ласка, про кваліфікацію, власне, психологів. Так. Адже, ну, наразі ми всі розуміємо, що діти можуть бути, та люди, так, та дорослі, дуже травмовані, і з ними мають бути працювати от максимально професійно та обережно. Діло в тому, що у нас ізначально в цьому проєкті были привлечены только люди с высшим образованием психологическим, с достаточным опытом и в работе арт-терапии, и лепки именно с детской тематикой, потому что детская психология и взрослая психология – это две совершенно разные вещи. И наши педагоги имеют большой опыт в работе с детьми, и только на этом основании, как бы имея уже определенный предыдущий опыт работы с данными специалистами в прошлых сферах, мы уже пригласили их в данный проект. И наостанок кілька слів, власне, про потреби, яких саме партнерів, ну, готові з якими саме партнерами співпрацювати, там, наприклад, це там волонтери, які можуть надати там канцелярську потребу або що ще. Тобто про потреби, власне, і, так мовити, заявки. Ну, о наших таких постоянных нуждах, это, наверное, все-таки максимальная помощь
с детскими игрушками, потому что это не прекращается, и игрушки нужны постоянно в огромных количествах, потому что все-таки после занятий, получая подарок, ребенок очень радуется, когда у него есть вот эта какая-то частичка, которую он может унести с собой там, в свою комнату и играться, и вспоминать эти занятия. Поэтому, конечно, в основном это канцелярские товары, все, что касается творчества и детские игрушки. Это нужно нам в больших количествах, поэтому будем очень рады, если кто-то сможет нам помочь, это очень нужно. А чи можно просто донатить там тех, кто не может привезти особисто, або ж якось доучитися можно физично? Можно делать благотворительные взносы, да, в нашу организацию. Власне, ваши реквизиты мы сегодня разместим на нашем сайте в статье Open TV Media. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ольга Головко, керівниця громадської організації «Харизма», авторка проєкту «Підтримуємо та дбаємо», та волонтерка і педагогиня Віолета Придорогіна. Сьогодні говорили про те, як у Дніпрі започаткували благодійний проєкт для дітей-переселенців та їхніх батьків. Ми дуже дякуємо за те, що ви до нас сьогодні прийшли, та в цілому за вашу таку діяльність, за реабілітацію та повернення дітей до життя. Адже справді всі, так мовити, діти України, мільйони дітей України, мільйонів дітей з України 24 лютого стали за одну мить дорослими. І це так не має бути. І це дуже круто, що в нас є такі ініціативи та люди, які цим займаються. Також хочу проанонсувати наші прес-конференції у понеділок об 11.15. Ми поговоримо про те, що на Дніпрі, на Дніпропетровщині наразі закінчилася посівна кампанія. Що садили, що виросте та чи є в нас запаси і чи здорожчає хліб, ми будемо говорити об 11.15 на телеканалі відкритому, а о 12.15 ми поговоримо про те, як переселенцям у Дніпрі наразі можна влаштуватися на роботу, про вакансії, про спеціальні програми, про роботодавців, які надають також ще житло. От, власне, і все. Якщо ви бажаєте долучитися до нашої прес-конференції питаннями або по темами, або ж ваших спікерів якихось запропонувати, або ж експертів, наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру та соціальні мережі. Дзвоніть, пишіть. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбанчук. Дякую, що були з нами.